ты дал? Да так не делай, чувак, у меня проблем. Комп горит, комп начинает гореть. Что такое? Горит. Охренеть, почему смотри. У тебя компьютер горит? Вообще? У тебя нет, что тебе, туши, делать? Придурок, туши скорее, что у тебя компьютер... Да нечем тушам, тряп... иди сюда. Ты что наделал? Да комп да, горит. Я тебя загорел, ты смотри, сейчас же обои загорятся, и что? Тушите. Да скорее, беги. Правильно, туши, правильно, туши. Мам, алло. Сейчас. Получи возможность превращаться в любого моба. Грифер будет думать, что вы обычная свинья. А в это время в сундуках вы найдете кучу алмазов. Тогда сетните ему его сундуки. Также вы сможете выбрать себе абсолютно любой префикс. Например, префикс антигрифер. Затем посадите этого грифера в тюрьму. Посмотрите на его грустное лицо. Затем напишите на весь сервер, что здесь находится грифер в тюрьме. И посмотрите, как весь сервер обзывает этого грифера. И не забудь поблагодарить фактера. Но затем просто забанит этого грифера. Поэтому, если вы хотите ровно так же снимать антигрифер-шоу на сервере Сержград, тогда становитесь владельцем сервера, на котором действует скидка. Осталось недолго, всего лишь 3 дня. Заходите, ссылку в ролика и наказывайте абсолютно всех гриферов. Всем привет, ребята, смотрите, очередной грифер ломает мой дом. Кстати, я хочу сказать, что он здесь не один. Звук опять включим, забываю я. Он здесь не один, их здесь не... А, смотрите, мне вырезали дом. Он мне вырезал сейчас топором дом. Свинья творит просто охерительные вещи. Свинюшка, да, как вы заметили, что опять свинья. Вот, у меня сейчас вещи пропадут, смотрите, 18, 17, 16, главное туда не упасть. Это мой дом. Тут, кстати, еще было несколько владельцев сервера, которые ломали мой дом. Просто они были в инвизе, я их не видел. Но я хотя бы запечатлел момент, как он ломает. Смотрите, ник его, ник, запечатляйте, Вадик 70. Вадик 73, заметили, да? Вообще, мне кажется, порой то, что я, так как снимаю ролики, люди видят, как можно грифить, и начинают грифить, потому что этот чувак превратился в свинью. В свинью превратился, он донат, он владелец сервера. Почему владелец сервера? Потому что я видел у него префикс. Он недавно совсем только превратился в свинью. Так, но свинью... В свинью вообще превратиться может не только владелец сервера. Но он выбрал свинюшку. Вот, он разломал мой, половину моего дома, кстати. Посмотрите. Я обычный игрок. Пока что я обычный игрок. Потом я стану уже необычным игроком. Стану я потом овнером. Вот он мне полдома вырезал. Видите? Он мне топориком полдома здесь ровно вырезал. Потому что это владелец сервера. А владелец сервера может топориком вырезать. Если вы посмотрите. У них есть эти права. То есть как я узнал, что он владелец сервера еще раз, да? Потому что он вырезал мне домик. А домик может вырезать только владелец сервера. И сейчас нам нужно с ним как-то связываться. Хорош ломать дом. Вот так, давайте им напишем. Хорош ломать дом. Хорош ломать дом. Сейчас он остановился, он остановился. Тебе-то что? Тебе-то что? Вот он, видите, да? Это владелец сервера пишет. Да, у него даже префикс. Это мой дом. Это мой дом, я ему написал. Ждем тогда от него ответа, когда он ответит нам. Я бом... Так, где-то он пишет, он должен где-то написать. Я бог, а ты лошара. Видите, смотрите, очередной школьник, который пишет с ошибками. Вот, смотрите, люди, ютубер, префиксы пишут, да? У каждого свой префикс интересный. Вот этот, кстати, себе не делал префикс. Ты не бог, а грифер. Стой, он с кем общается? Кто с кем общается? Видите, ему кто-то отвечает, ты не бог, а грифер. Да, ему пишет, что он грифер. Видимо, кто-то в инвизе здесь, а я его не вижу. А что тебе нужно? Пишем ему с ошибками всегда, как я вас учил, да, если вы хотите снимать антигрифер-шоу, всегда пишем с ошибками. Пишем, что тебе... Пошли в скайп. Он, смотрите, он матерится, он пишет, пошли в скайп и матерится. Он прям хочет, чтобы я что-то с ним сделал. Так, смотрите. Ну хорошо. Давайте... Нет, стойте, давайте как-то напишем ему. Зачем? 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 Еще раз напишем. Зачем... Скайп. Вот, давайте им напишем. Я тебя, ну, материться. Я не хочу это озвучить, потому что я не ругаюсь матом на видео, по крайней мере. А здесь, тем более не ругаюсь. Значит, он дальше так и будет ломать мой дом. Обидно, этот дом мне строили подписчики. Подписчики строили этот дом. Они очень старались, они специально все делали, чтобы было все правдоподобно. То есть рисовали, ставили эти цветочки, ставили этот домик. Все здесь ставили, все старались... Выстроить именно таким образом, чтобы это было похоже на реальный жилой дом. Подписчики строили, сказали мне: Седжу, смотри, мы тебе построили дом только настоящему Седжу. Кстати, смотрите, это они чуть-чуть спалились. Только настоящему Седжу. Вот, они здесь все построили. Очень старались ребята, им большой респект, спасибо им. Потому что таких домов еще нужно поискать. А этот как раз для грифера, для ролика. Давайте как-то говори, пошли в скайп-даун. Ой, с ошибочками. Говори скайп. Скайп, вот так ему напишем. Вот, говори скайп. Стойте, он ломает сейчас передо мной дом. Он не должен передо мной дом. Я не хочу упасть, умереть. Полный беспредельщик. Творит просто безумные вещи.
Но сейчас давайте с ним попробуем выйти в скайп, посмотрим, что он нам ска... Опа, смотрите, это уже кто-то другой ставит, видите? Кто-то в инвизе работает, кто-то в инвизе... А, это, наверное, он чинит мой дом, владелец сервера чинит мой дом. Так, этот мне написал. Этот мне написал. Вот, мне дом ремонтирует какой-то владелец сервера. Здорово. Мне приятно даже. Я его не вижу. Я его не вижу, потому что он владелец. Но он это делает. Смотрите, круто, да? Так. Так, он что-то там тупит. А, мой скайп? Стойте, он написал. Мой скайп? Что мой скайп? Мой скайп он не написал. А, гуманоид 21. Все, гуманоид 21. Ну, сейчас тогда попробую в скайпе его поискать. А вообще, у меня здесь охраняет владельцы сервера, поэтому мне даже приятно. Сейчас будем с этим, с этой свиньей неблаго... Он опять вырезал пол дома! Вообще негодяй этот, строил-строил, он вырезал половину дома. Что ж ты делаешь, сволочь? Надо скорее с ним связываться. Мы его в итоге посадим в тюрьму, и хрен бы с ним. Сейчас буду искать в скайпе, ждите секунду. Сейчас ему скажем, ща позвоню. Все. Звоним этому несчастному... Алло! Алло! Ты свинья, да? Ты свинья. Ты жирная свинья, получается так. Ты жирная свинья. Хорош мне дом ломать, это ты же свиньёй здесь домик мне ломаешь? Нет, не я. А кто ломает? Ты сейчас мне опять полдома вырезал! Прикинь! Ты чё творишь? Это не я. Ты чё сейчас делаешь, а? Ты чё делаешь? Ты как себе позволяешь столько дома вырезать? Хочу, Володя. Чё хочу, и то и делаю. Ты мне пол... Зачем ты это делаешь? А тебе-то чё? Ты мне половину дома уничтожил, я ее строил. Ой, здесь появились, то ты чё сделал? О, ифрит. Это чё за ифрит? Это донатер. Я понял, что это донатер, чё он здесь делает? Смотри, друг... смотри. Чё, куда смотри? Чё? Ещё минус пол дома. Ты чё делаешь, хорош вырезать? Я тебе сейчас весь дом снесу, даун. Хорош, слышь, Вася, ты чё творишь-то? Ты Вася. Ты чё, ты чё делаешь? Ты мне полдома вырезал уже. Ты сейчас вообще весь, ничего не останется. Я ты его Вася. Строил. Я строил его неделю-две. Ты Вася, я Петя. Зачем ты гриферишь? Ответь мне. Да чё? Чё хочу, то ну и хорош, делать. Пожалуйста, ты же Ой, я упал, слышь, упал. Я чё, седнул дом? Не знаю, ты, наверное, седнул дом. Офигеть. Офигеть, я молодец. Эй, я на спавне. Чё ой, мне... ну ты лох. Чё мне на спавне делать теперь? Слушай. Ты лох. Стой, я хоум прописал. Вот я здесь. Чё мне надо сделать? Зачем ты со мной связаться хочешь? Для чего? Чтоб ты мне 1 000 000 рублей дал, и я тебя не буду гриферить. Ну ты же понимаешь, что у меня нет 1 000 000 рублей. Чё ты придумываешь-то? Да и чё? О, вот, смотри. Вот он помогает мне. Шоколад. Да, он тупой. А, да, не да, шоколад. Помогай ему. Даун. Не, не пиши, он мне будет помогать. А, ты префикс себе поставил, даун? А, да не я это, ты сам даун. Ты придурок, у тебя префикс вон даун, Вадик 73, ты сейчас его установил. Это не я. Даже он тебе написал по префиксу, ты даун, этот чувак, шоколад. Прости, чувак, если я прочитал. Он по жизни даун. Не оскорбляй его, он игрок этого сервера, понимаешь? Зачем? Ой, у тебя крыша пропала. Охренеть ты. Лошара. Ты чё вообще делаешь? Чувак, у тебя дома не осталось, лох. Ты мне половину дома вырезал вообще. Ты лошара. Ты чё да. творишь вообще? Смотри, через 10 секунд тебе... Смотри, сейчас ещё сделаем кое-что. Не надо ничего делать. Да. Ты для чего... Я жал, я скрины делаю на тебя. Я скрины на тебя выкладываю. Чё ты пишешь? Эй, чё ты пишешь? Тут грифер. Чё ты... Ты... У меня столько всего здесь было, все эти рычажки. Что ты делаешь? Стой. Sorry, but you can't use that head. Ты чё? Стой, а чё происходит? Все на варп грифер, тут грифер? Чё такое? Откуда они все здесь появились? Ты чё надел? Откуда они все сюда пришли? Эй, я не грифер. Ты зачем их позвал? Они сейчас будут мой дом ломать, эти люди. Ты меня загриферил. Ты меня из привата удалил. А ты меня загриферил. Ты чё, придурок, я тебе вообще ничего не делал. Сейчас сюда ты прилетят. Ты меня загриферил. Сейчас сюда владельцы прилетят, ты мне ещё... Ой, тут почти от дома ничего не осталось. Охренеть, ты сволочь вообще, чё ты делаешь? Сам такой. Ты что наделал вообще, я не понимаю. Чё хочу ты так, делать? Так, всё, я пишу в администрацию сервера, сейчас тебя будут наказывать. Да.
Сейчас тебя будут наказывать. Подожди, сейчас я пишу в администрацию. Да, удачи. Сейчас. Да. Сейчас тебя будут сажать. Какой у тебя ник? Вадик 73? Сейчас еще кат пропишем, и тебе хана, ой, еще мездо. Так. Я написал администратором, Они лошары, никогда не отвечают. Джайл, Вадик, Лифер. Давайте вот тебя вот так вот посадим сейчас. Смотри, плеер Вадик джалает в 11 дней. Стой. Сейчас выберусь отсюда. Подожди, иди. А как? Тюрягу посадили. Да, тюрягу посадили. Сейчас мы напишем варп джайл. Варп джайл. О. Что-то я вижу там тебя, да? Ты где там? Я взлететь даже не могу. Ой, взлететь даже не можешь? Так, стой, я тебя что-то не найду в тюрьме. Я чисто на месте стою. Я знаю, что ты на месте стоишь. Да. Че, бесит, да? Да, он. Ты где? Стой. Я даже чат открыть не могу, идиот. Ты должен быть в тюрьме. Я и так в тюрьме. А где ты в тюрьме? В камере. В камере? В камере. Сейчас, подожди, какой там твой ник-то? Вадик 70. Идиот. Да, ты в камере. Вот ты, ты просто... А, вот ты свинья. Вадик 73. Да сам ты свинья. Варп Джайл, смотрите, свинья. Сейчас, подожди. Да чё? Стой, и знаешь, что надо сделать? Превратись обратно в человека, чтобы из тюрьмы выйти. Вот тогда ты выйдешь. Чё, правда? Да. Я ничего делать не могу. Нет, ты обратно, ты можешь превратиться? Не могу. Можешь. Не могу. You do the crime, you do the time. You do the crime, you do the time, да? Правильно я понял? Да. Вот. Да чё за фигня? Чё вытаскивай за... меня отсюда. Так, дал. Тут, кстати, что-то в консоль написали. Все на Warp Jail, тут грифер, прикинь. Ну-ка, Warp, сейчас. Нет, ты-то не сможешь прописать. Ох, смотри, сколько людей пришло! О, кто-то пишет, мама, я на ютубе. А что такое, кто-то ролик снимает здесь или что? Я что знаю. Не, получается, кто-то ролик здесь снимает. Ну, видимо, какой-то блогер, я не понимаю. Охереть, здесь народу прилетело. Посмотри, что да тут. Да чё? Охренеть. Зачем они это делают? Охренеть, тут людей прилетело, тебе вообще конец. Зачем они это делают? Ой, я не знаю, зачем они это делают, наверное. Да гады! Слушай, Гады, ты можешь что угодно писать, тебя, наверное, не получится. Да чё, да я сейчас вас перебаню всех так. О, все пишут, грифер. Зак. Я рад, что здесь прилетел, сейчас даже ошлагать будет. Все, тебе ничего... Я сейчас всех перебаню тут. Всех перебанишь? Все, понимаешь, тебе теперь в тюрьме сидеть... Я не помню, 11 дней, что ли, тебе в тюрьме сидеть? Да ты даун, выпускай давай. Я не могу выпустить, это администрация сервера. Ну-ка, как там в тюрьму посадить? Я тебя тоже посажу, да. Давай, посади меня. Мой ник Дронбон. Давай. Дронбон. Давай, жду. Так, 1х. Ага, 1х, Джайл Дронбон. Я не умею садить тюрьму, ой, даун. Ой, не умеешь, потому что ты сам в тюрьме. Ну так не делается, выпускай давай. Нет, не могу, извини. Не могу, а тебя надо... Я тебя сейчас разобью. Кого ты разобьешь? Так, давайте сейчас еще напишем, чтобы люди... Да нет! Да выпусти меня! Как я тебя могу выпустить, если ты сидишь в тюрьме? Как? Выпускай, идиот! Как давай, я тебя могу... Давай, унджайл или сейчас, как сейчас, там это делать? Сейчас унджайл, ага, унджайл. Не могу, видишь, у меня клавиатура сломалась. Пишу, она не работает. Да, я напишу. Давай. Как там? Давай. Ун. Давай, напиши. О, унджайл. Нашел команду. Да, нормально, давай, еще чуть-чуть, так. И ты. Вадик. Надо тоже в моба, наверное, превратиться. Команда. Через 1000 секунд можно использовать. Ой. А как ты моба превратишь, что у тебя нет, у тебя клава не работает, идиот? Так я мышкой могу превратиться, придурок. Мышка нужна. Ты не сможешь. А, ну да. Да, что ты, блин. Дурак. Тут тебя, кстати, защищают. Такие защищают тебя на сервере охранники. Очень много людей здесь. Очень много людей. Да, о, кто-то пишет, привет, YouTube. Да, походу, кто-то снимает, я не понимаю. Да в смысле снимают? Кто-то снимает, я не могу понять, кто. Да, он и выпустите. Вертухай. А, да вон чё? Ты пишешь, выпустите. Никто тебя не выпустит, все. Кто в YouTube? Я не знаю. Я не знаю. Тебя вон все обзывают и правильно делают. Правильно делают. Слушай, наверное, тебя надо банить уже.
Да не надо! И прощаться с тобой. Все. Да нет! Да, видимо, надо. Нет, надо не надо! Да, надо блокировать тебя. И все. Я на. Чувак! Че? Чувак! А! У меня проблемы! Какие проблемы? Комп горит! Комп горит? Комп начинает гореть! Каким образом у тебя комп горит? Алло! В смысле? Че так? Алло! Куда пропал-то? Алло! Так. У него что-то комп горит, и связь прервалась. Подождите, но он в скайпе со мной сейчас сидит. Он сейчас со мной в скайпе сидит. Вот. Гуманоидин какой-то у него ник. Он не сбросился, он сидит в скайпе, но его не слышно. Алло! Так. Что-то у него... У него прервалась связь. Так, я не понимаю, что у него с компьютером там началось? Эй, алло. Так, не пойму, куда делся наш этот... Куда он делся? Что с ним происходит? О, сбросился! Слышали? Сбросился! Эта связь типа прервалась. Так. Все хреново, а что с ним происходит? Не понимаю, я куда он делся и что? Теперь все что ли? Не пойму. И так и не понимаю, куда делся этот школьник, что у него там происходит. Но я до сих пор жду, пока летаю здесь. Вот. Так, вот он опять звонит. Алло, ты куда делся? Горит! Че горит? Комп горит, я тебе с телефона звоню. Ты снимаешь? Да, смотри, горит. Да, все, смотрю, сейчас, погоди. Смотри, горит. А, горит. Что такое? Горит. Охренеть, почему смотри. У тебя компьютер горит? Вообще. У тебя ряд, что тебе, туши, делать? Придурок, туши скорее, что у тебя компьютер. Да нечем тушить. Туши, да вон, тряпку, нечем. Тряпкой, вот, правильно, нечем. Тряпкой бей. Нечем, а. Тряпкой бей, скорее. Ёб, скорее, тряпка. Мам, иди сюда. У тебя мама есть, зови! Ты что наделал? Да комп горит! Ты сейчас же обои загорятся и что? Тушите! Ты что делаешь? Скорее, тушите! Тушите! Правильно, туши! Мам! Алло! Алло! Он же сейчас распространится! Алло! А, скайп сбросил! Так, видели, у него компьютер горит! Охренеть, у него там что происходит? Мне жалко его! Он не заслуживает такого, чтобы у него компьютер загорелся. Мне очень жалко школьника. Мне прям очень грустно сейчас стало. Ребята, это очень... Это офигеть, я такого никогда не видел. У него компьютер реально горел. Я вообще в ахере. Что происходит? Слушайте, ну не знаю. Давайте поддержим школьника, ставим лайки. Надеюсь, у него все будет хорошо, ничего не сгорится. Он из скайпа куда-то вылетел. У него там проблемы, ему тушить надо было. Все, мне прям... Так, да, скайпа все, его не видно. Не видно его, в скайпе нету. Очень обидно, ребята. Я в шоке, ребят. Ставим лайки, поддержим школьника. Пусть все будет хорошо, ничего, чтобы у него не сгорело. Гриферство это ладно, но главное, чтобы все хорошо было дома. Никто не пострадал. Вот поставим лайки, поддержим, ребята. Все, всем спасибо, всем пока, я сейчас в шоке. Я буду еще писать, спрашивать, как у него дела. Всем пока. Друзья, конечно же, я должен рассказать о самом главном, что можно получить у нас на сервере. А на сервере у нас можно получить админку, владельца, все что угодно, абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно зайти всего лишь на сервер и играть. Подойти к этому чуваку, посмотреть, у него написано, пропишите команду free. То есть вы элементарно приходите сюда, пишите free, то есть бесплатно, да? Смотрим, такая табличка у вас появляется, бесплатный донат, и вы начинаете смотреть. Есть донат за время, а есть донат за убийство. И вы смотрите, каким удобным способом вы хотите получить донат. Либо вы получите VIP, премиум, креатив, админ, супер админ, основатель. Если вы будете просто убивать людей, смотрите, чтобы получить ключ, нужно убить 20 игроков. Убейте еще 20 игроков и получите ключ. Открывайте его, и у вас есть возможность получить то, что здесь написано. Или же у вас есть возможность также, прописав команду free, отыграть на время определенное на сервере и получить VIP, админку, основатель, даже самую крутую привилегию. Посмотрите на это. Все это мы сделали специально для вас. Наша разработка, чтобы вы смогли бесплатно у нас играть и еще раз играть и получать привилегии, чтобы ваши часы, они не уходили в никуда, чтобы вы играли заслуженно, получали привилегии. Поэтому все сделано для вас. Это наша технология, наша разработка. Таких вы мало где найдете. Поэтому заходите, смотрите, кто-то эффектов накидал. Ссылка в описании ролика и используйте наши крутые бафферы, которые могут прокачать вас абсолютно крутым игроком. Все, всех жду, я пью в описании, ребята, всех жду обязательно.